Вот зрителю из города Тулы я скажу, оценка Е. Есть что Б, что Е, что Д. За исполнение. За из по-русски надо объяснить. Да? Вот как меньше дрожал, меньше кто дрожал, тот повыше получил. Вот, теперь смотрим на Герасимову. Тоже Чебоксары. Те же тренеры-наставники Ивановы. Вот так. Удержалась. Угу. Ей важно, конечно, сейчас в этом финале показать и доказать, наверное, всем. Себе. Что она, в первую очередь, себе, да. Да. Держись, здесь держись. Соединение сложнейшее тоже. Да. Очень сложное, правильно. И она его соединением заявляет. Поэтому это очень сложно. Не успеваешь себя уравновесить, а идти в следующий элемент надо при соединении. Раз, два. Да, это нормально. Одиночно, вот они по одиночным элементам вроде умеют работать, а соединение на то, но и ценится, и поощряется, потому что надо слитно сделать. Ну вот за счет этого практически и... мне показалось, что нет. Ладно. За счет соединения, я имею в виду, и набирает Лена Герасимова свою, всю сложность комбинации. Потому что у нее почти все элементы, они в связках идут. Ну вот элемент заканчиваем. Соскок, 2,5 винта. Так. И сразу, не глядя на оценку, которую... Что, наверное, их может обойти Осокину и Шиповалову, да, здесь... Да, она вторая должна быть. Но, ты знаешь, конечно, она моталась немножко, нервничала. Вот на скидку одна должна быть, вторая вот в этой не очень неудачной финальной работы всех. Как здорово, здесь еще, конечно, режиссер поймали кадр, как перед тем, как начинать комбинацию, она так по бревну рукой прошлась. Погладила. Прекрасно. Да, ну правильно, даже есть какие-то свои приемчики. Бревно отплатило ей, в общем-то, добром. Тем же. Да-да, хорошо. Мол, помоги мне, мой хороший. Сколько я по тебе уже километраж какой нагоняла. Это туда-сюда, да, это точно. Вот, это молодцом. Нет, она, мы уже ее подхваливали, вот здесь ошибка, конечно, заметная, в смысле, не только значительная. Ну, вообще, у нее, если вся комбинация получилась, а оказалось, что она получилась, должна быть сложность, по-моему, 6,1. Ну, это и немало, тогда ее немножко это спасет от допустимых ошибок. Нет, здесь Ангелина против Лены Герасимовой. Нет, но Ангелина может успокоиться, а сложность у нее... А у Ангелины было 5,7, она показала, а Герасиму... Нет, конечно, 13,800, она могла только за второй бороться. И, ну, оценка... Ждем, да. 13 833, второе место в итоге. Здесь, мне кажется,